Кроссовер Skoda Karoq будут собирать в России. Модель появится в продаже к концу 2019 года. Компания Skoda планирует начать в России производство компактного кроссовера Karoq. Об этом на парижском автосалоне заявил руководитель российского подразделения марки Ян Прохаска. В продаже кроссовер должен появиться в конце следующего года. Однако на какой именно площадке планируется собирать модель, в Калуге или Нижнем Новгороде, пока не уточняется. На данный момент Skoda выпускает в Калуге Rapid, а на предприятии группы ГАЗ в Нижнем Новгороде – Octavia и Kodiaq. Ранее компания Volkswagen сообщила, что на калужском предприятии начнется производство новой модели, которая, очевидно, станет кроссовер Faro, перелицованный вариант удлиненного Skoda Karoq. Кроссовер Karoq дебютировал на прошлогоднем франкфуртском автосалоне. Модель построена на модульной платформе MQB, а также предлагается с двумя бензиновыми моторами и тремя дизелями, которые выдают от 115 до 190 сил. В семействе Karoq есть внедорожный вариант – Scout и оспортивленная Sportline.